Привет! Вы смотрите рубрику «Сниму, что такое?». Меня зовут Александр Марченко. Поехали! Нанотехнология – штука современная, и область применения этой самой технологии довольно обширна. Так вот, уже даже нанозавтрак изобрели, если, конечно, верить названию ролика. Ну, налил он воды в чашку. Ну, насыпал он какой-то порошок сверху. И что? А то, что произойдет реакция и получится нанопродукт. Ну, превратилась эта вся масса в рис. И что? Подождите, как в рис? Слушайте, точно в рис. Чудеса какие-то. Не чудеса. А нанотехнологии. Да все, технологии. Нанороллы? Эти руки только что сделали нанороллы? До чего дошел прогресс? Вот и я о том же. На протяжении ролика таким же способом будут сделаны нано-суши с нано-добавками. Но больше всего меня заинтересовал момент в конце ролика. Икра! Красная нано-икра! Вот это я понимаю прогресс. Второй ролик мне прислала постоянная посетительница нашего форума. Надка. Привет тебе и спасибо, конечно. Так вот, немного о ролике. Маленькая девочка, умница, решила помочь своей маме помыть посуду. There will fly sick a handwork of wind. La-la-la, la-la-la-la. Она очень старалась угодить маме. Нет, на самом деле маму можно понять. И даже можно понять ее мысли по одному только выражению лица. К вам когда-нибудь приходил в гости медведь? А вот к следующим героям он как раз и наведался. Потапыч наглым образом стащил какой-то пакет у жильцов дома. Но вся фишка ролика, конечно же, не в этом. Ну что тут скажешь? Мишка спер пакет, кот красавец, ребенку хорошо, а мама мэмэн. Короче, все для всех закончилось благополучно. Заходите на наш сайт portamur.ru в раздел форум, на ветку «Снимут же такое», пишите там свои комментарии и, конечно же, предлагайте смешные видео. И, конечно, не забывайте почаще улыбаться. Меня зовут Александр Марченко, апельсиновое утро, бай-бай.